Вы в мастерской Марата К. И сегодня я буду делать часы по спецзаказу. А спецзаказ от дизайнера Даши. Да, Марат, специально для вас я ограбила одну из мастерских. Это велосипедные звездочки. Они похожи на часовые шестеренки. Я хотела получить в итоге часы, которые были бы сделаны из велосипедных запчастей, но при этом, наверное, не очень брутальные. Итак, Даш, я подумал, а вот что может быть из этих звездочек такой вот декупаж сделать? Декупаж? Декупаж, часовой декупаж. Вот тебе карандаш, обводи их. Необходимо обвести звездочки по внешнему контуру. Да что ты как-то, ты аккуратная. Настоящие декораторы, они же... Раз, нам же это все резать нужно будет. Это основание для часов. Поняла? Да. Посмотрим, что же ты здесь нарисовала. А теперь нужно выпилить фигуру по контуру. А ты пилить-то умеешь? Нет. Я тебя сейчас научу. Вот молодец, все сделала. Смотри, как получилось. Очень красиво, почти профессионально. Не почти, а профессионально. И нужно просверлить отверстие для стрелок. Какой-то Микки Маус получается, а не часы. Все впереди, будут тебе часы. Ждем. Заранее из фанеры я выпилил кольцо. А теперь нужно приклеить кольцо к основанию часов. А где должно быть это кольцо? Ровно посередине. А еще я выпилил 3 круга разного диаметра. Корпус часов надо покрасить в черный цвет. Черную краску нужно смешать с порошком из молотого песчаника. Марат, а что это за порошок и для чего он нужен? Это Сан-Пьер. Делается он из мрамора по названию карьера. Порошок сделает краску декоративной и фактурной. Теперь мы ее начинаем наносить. Вы все подумали, что часы будут черного цвета? И ты тоже. Сейчас отвечу как блондинка. Да. Они будут цветными. Вау! Надо добавить порошок-загуститель во все краски. 3 круга окрашиваем в разные цвета. И теперь нужно дождаться, пока это все высохнет. Краска высохла, и мы с Дашей наносим немножко золота на поверхность окрашенных кругов. Вот так вот вытирая кисточку, чтобы она у тебя пачкала, но не красила. О, смотри, смотри, ты тренируешься, и вот эта вот тренировка у тебя переходит на детали. Потому что вот такой вот немножко городской гранж нужно дать. Ты же знаешь, что такое гранж? Конечно. Это маргинальный шик. А у вас, кстати, если есть вопросы, вы всегда их можете задать на сайте школы ремонта. school-remont.tv. Даша принесла звездочки от велосипеда. Я сделал вот эти детальки, а все детали будущих часов мы будем соединять с помощью двухкомпонентного клея. Чудо! Ты знаешь, как называется этот способ приклеивания? Нет. Как? Намертво! На каждый круг приклеиваем велосипедные звездочки. Крепим часовой механизм, а потом вставляем стрелки. Like ring, yeah.
Даша, часы готовы. Очень красиво. Они сделаны твоими руками. И я надеюсь, они подойдут в твой интерьер. Конечно. С вами был Марат Ка и дизайнер Даша Ухлинова. Еще увидимся.